Привет, друзья! Сегодня делаем новогодний букет из снеговиков. Для изготовления одного снеговика нам понадобится насос для воздушных шаров, 6 5-дюймовых шариков, 4 белых, 1 красный, 1 оранжевый, красный длинный шарик ШДМ, белый длинный шарик ШДМ, клей или двусторонний скотч, лучше клей, он более надежный, ножницы и вырезанные из клейкой пленки глазки, ротик и пуговицы. Начнем с изготовления головы. Наполним воздухом 5-дюймовый белый шарик, определим его размер, завяжем хвостик. Наполним воздухом еще один белый 5-дюймовый шарик меньшего размера. Завяжем шарик как можно ближе к хвостику. Свяжем шарики между собой. Отрежем кусочек белого длинного шарика ШДМ. Указательным пальцем правой руки протолкнем хвостики на противоположную сторону. Пальцами левой руки захватим хвостик, перекрутим шарик и зафиксируем узелок кусочком длинного шарика ШДМ. Сделаем шапочку. Наполним воздухом красный 5-дюймовый шарик. Завяжем шарик как можно ближе к хвостику. Наполним воздухом белый 5-дюймовый шарик. Это бубон. Определим его размер и завяжем хвостик. Свяжем шарики между собой. Указательным пальцем правой руки протолкнем хвостики на противоположную сторону. Пальцем левой руки захватим хвостик, перекрутим шарик и зафиксируем узелок кусочком длинного шарика ШДМ. Срежем кончики и приклеим шапочку к голове. Наполним воздухом белый 5-дюймовый шарик. Завяжем шарик. Склеим готовые детали между собой. Сделаем носик. Наполним воздухом оранжевый 5-дюймовый шарик. Определим его размер. Завяжем шарик.
срежем хвостик. Приклеим носик. Приклеим глазки, ротик и пуговицы. Снеговик готов. Сделаем ножку. Наполним воздухом красный длинный шарик ШДМ. Оставим хвостик на 4 пальчика. И завяжем шарик. Скрутим шарик раз. Два. Три. К хвостику привяжем снеговика. Расправим шарики. Ну вот и все. Снеговик из воздушных шариков полностью готов. Количество снеговиков в букете может быть любым. Легко и просто. Сделай сам. Пишите мне, дорогие друзья. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. С уважением, Ромашка-клоун.